Фестиваль «Анатолий Мардагам» прошел в Доме дружбы в Алматы. Мероприятие приурочили к Международному дню родного языка. Дата была провозглашена Генеральной конференцией ЮНЕСКО и отмечается ежегодно 21 февраля. В рамках фестиваля прошел семинар-тренинг по обмену опытом преподавателей, обсуждению авторских методик по изучению государственного и языков этнических групп. За завершение прошел концерт, где выступили творческие коллективы этнокультурных объединений города. Родной язык – это не только способ общения, это еще и история нации, традиции предков. И поэтому каждый из нас должен сохранить это богатство – свой родной язык.